нас готовится игра стартовать. Итак, матч начинается. Как раз-таки с Лукас и Грант. Посмотрим, как это взаимодействие будет работать. Пока я во всем этом говорил. Мариус Григонис. Пока его больше ищут на периметре. Джош Лейба снова для Лоренса Брауна оставляет мяч. Но он умеет вот так между двух проскочил. Ди Бартоломео с получения. 3 очка. Роман Соркин на ногах. Прыгает, радуется за партнера. Про Соркина Атет Каташ еще в начале сезона сказал, что на площадке травмировался он буквально до начала сезона, когда играл со сборной Турции, ну, и восстановился вроде как. Вот возвращение в европейский баскетбол. Надеюсь, что оставит нам возможность порадоваться тем моментом, когда он будет на паркете. Ривера, и вот она, горшочная команда. Адедекумпа тоже отмечается. Сразу же с Лукас 3. Неприятная была. И а тут дабл-блок-шот даже вдвоем. Там и ну, накрыл все-таки Адедекумпа. С Лукас. Лукас Костасу доводит. Пауза. И вот он взлет. Антониус Кливленд. В принципе, дело, наверное, логично. На первый показ взлетел. А что, когда ты... 2 против Костаса. Лоренса. И накрывает у Адедекумпа. И теперь сверху. Бум! Здравствуй, кольцо. Здравствуйте, трибуны. Ну, это шоу-тайм. Ну, а нам шикарный блокшот демонстрирует Лоренса Браун. Попадает под эту хлопушку. Как раз-таки под этот бросок себе оформил. С Лукас. Мяч сразу в руках опять не задержался. А вот и блокшот уже от Макаби. Джош Ниба встречает одного из ветеранов главного греческого баскетбола. Лоренса Браун пробирается под кольцо. Ну и вот, несмотря на отрезок с классными защитными действиями от Панатинайкоса, быстрых скоростных малышей, сейчас этот Каташ запустил на площадку. Григонис против Блад. Ой, как убирает Блад, шикарно за спину, и 3 очка выдает. Очень красивый момент. Есть время? Нет времени. Панатинайкос попытались сейчас своей лицевой выдать бросок, но не попали. Периметру там мяч немножко подвигался. 27 на 39. Сильная действительно разница именно в 3 очковых попаданиях. Нужно все-таки больше в игре доказывать, что здесь все еще в ваших руках. Ну а пока Лоренса Браун со своим проходом остается результативным. 17 очков у него в активе. Тамир Блад здесь слишком сильно наклонился. Калайдзакис перехватывает и забивает. Тамир Блад. Лоренса Браун появили. Оу! А тут взаимодействие уже от Панатинайкоса. И снова Костас отмечается. Но при этом три передачи. Ой, три подбора. 11 передач, 2 перехвата. По-прежнему максимально эффективен. Ди Бартоломео вниз. Джош Нибо забивает. Там Вильдоса был единственным игроком. Ну а что? Игра продолжается. С Лукас против Нибо. Наверх Вильдоса. Вильдоса! Он сегодня просто фатал. Фатал. Фаталити, как в одной известной игре. И соперники. Нужно еще 2 оформить. Соркин. Не попадал. Нибо! Дают забрать ему мяч. 72-72. У Панатинайкоса будет время на свое ответное действие. Ну как тут не поставить спину Митоглу? Парень, который раскачал, в принципе, события. Просто дал себя запихать, задавить. Ривера, конечно же, в защите. Вильдоса, Вильдоса, 3 секунды. Высоченная траектория. Мяч не попадает, отлетает Лесорт. И это овертайм. Друзья, как говорится, с собой. У кого же больше сил, запаса, энергии? Костас Адедекумпа, Джош Ниба на вбрасывании. Посмотрели друг на друга. Чуть-чуть
Раздвинули их арбитры. Еще раз просят отойти. Костас. Костас смахивает, но только в руки Кливленду. Прилетает этот мяч. Лукас оказался никуда торопиться сейчас не будет. Время овертайма еще далеко до окончания. В овертайме такое творить, это незаконно. Тамир Блат сменил Лоренса Брауна, но Джош Ниба остался в той же роли. И эффективно получилось. Да, по Натинайкосу, я думаю, досадненько, что не воспользуется атакой Лоренса Браун. Говорит, ну а я два раза не промахиваюсь. Остальные все с броском. Вильдоза на Григоньса. Это ошибка откровенная. Кливленд. И это точка. Маккаби сумасшедший выдает матч. Вытаскивает Нибу. Спасает в конце. После промаха Соркина со штрафного.